Жители Абакана, проживающие в районе Парка Победы, пожаловались. Музыка, которая играет в парке, слишком громкая и однообразная. Уже надоело. Можно ли поменять репертуар? За устройство, которое проигрывает музыку в Парке Победы, отвечает Абаканская служба благоустройства. Однако там пояснили, что следят они только за техническим состоянием, а музыку подбирает и утверждает в Управлении культуры, молодежи и спорта. В управлении пообещали, возьмут этот вопрос на заметку и предупредили. Заменить музыку не так просто. Нужно найти новую, прослушать ее и отобрать. Это займет не один день.